Хочу просто обратиться. У нас действительно в связи с коронавирусной инфекцией 2020 год, по сути дела, выпал из профосмотров, да. Поэтому в этом году, учитывая, что сейчас идет снятие ограничительных мероприятий, амбулаторно-поликлинические учреждения все возвращаются на работу в штатном режиме, нужно обязательно обратиться для прохождения медицинских осмотров, диспансеризации и обязательно пройти флюорографическое обследование.